На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Полх Кристина, 4 года. Сергей Есенин, Черемуха. Черемуха душистая, с весной расцвела. И ветки золотистые, что в кудре заняла. И кисточки атласные под жемчугом росы. Горят, как серки ясные, и девицы красы. А рядом проталинки в траве между камней лежит струйца маленький серебряный ручей.